Традиционно фестиваль «Мир распахнутых сердец» начинается с игр у кинотеатра «Искра». С приветственным словом перед началом мероприятия выступили представители отдела образования. 15 лет! Мы самые дружные, потому что 15 лет у нас проходит фестиваль «Мир распахнутых сердец», который проводим накануне Международного дня защиты детей. Мы вас любим, ребята! Вы у нас самые лучшие! Всего вам самого доброго! После торжественного открытия все отправляются в зрительный зал. Сегодня на сцене кинотеатра «Искра» покажут свои артистические способности воспитанники 15 детских садов Ленинского района. Итак, зрители заняли места в зале, и представление началось. В этот раз праздник «Мир распахнутых сердец» посвящен году театра, и представление соответствующее – «Приключения Буратино». Ведь здесь сюжет тоже связан с театром. На сцену по очереди выходят маленькие артисты из дошкольных учебных заведений. Всего в представлении приняло участие около 200 актеров. Среди них как воспитанники дошкольных учреждений, так и преподаватели. Для каждого «Мир распахнутых сердец» – это своеобразный экзамен. Этим праздником мы показываем всю работу, которая была сделана не только за год, но и за все предыдущие года, потому что здесь участвуют подготовительные группы. И все, чему они научились за весь период проведения в детском саду, мы показали здесь на сцене. Всего в зале собралось порядка 500 человек. Поддержать маленьких артистов и их воспитателей пришли и родители, и коллеги из других учебных заведений. В этом году я принимаю участие как зритель. И хочу вам сказать, что по-прежнему мы держим высокую планку. То есть наши праздники становятся лучше. Ну, предела совершенства нет, конечно, но молодцы. Вообще, очень замечательный праздник. Особо стоит отметить костюмы, декорации, реквизит. В подготовке номеров активное участие принимали и родители. Это выступление – важная часть образовательного процесса. Причем и воспитатели здесь тоже учатся. Я всегда стараюсь брать что-то себе тоже на вооружение. Когда вижу, что показывают профессионализм дети с такими движениями, которые я еще вдруг никогда-то не видела, я всегда беру на вооружение и очень довольна нашим праздником. Судя по бурным аплодисментам после каждого номера, праздником остались довольны все, в том числе и организаторы Управления образования администрации Ленинского района. Все ребята молодцы, тоже очень понравилось. Удивительные красочные костюмы, номера, постановка, герои молодцы. Все старались от души, создавали настроение. И вот День защиты детей подарили главным виновникам такой праздник. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.